О, нет! Вот это горка! Улетел? Да, я прям в бассейн упал. Это баг, походу, смотри. Раз, два, три. О, смотри, кто это в окно? Ой, я платье какое-то выбрал, черт, случайно. Ничего себе, сколько призраков. На, получи, Галатис. Я в туалет, не смотрите, дама в туалете. А ты вообще неплохо в платьишке выглядишь. Вообще, да, нормально. Приятного просмотра. Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. Сегодня мы вместе с Джузой поиграем в игру под названием Круиз. Всем привет, ребята! Ну что, погнали вот сюда. Здесь мы пошли. Билеты, наверное, должны покупать, да? Да, наверное. Прикинь. Эй, ну ладно. О, вот смотри, чё, вот сюда. Да, вот сюда, давай, вот сюда. Вот сюда. Да? Сможем пройти? Ну, давай, да, давай, я смогу. Я тоже. Все. Сейчас мы будем отправляться куда-то. Мы плывем. Плывем. Это большой, ты посмотри. Туз. А где я? Ну-ка, я могу. О, вон я бегаю, прыгаю. Я в бассейне утонул, оказывается. Вот я смотрю. Где я не вижу? Салют. А, вон вижу все. О, вот я тоже в бассейне. Бассейн. Да, что-то бассейн какой-то, смотри. Маленький. Маленький лягушатник. О, тут деньги, смотри. Я денежки подбираю. Да, да, да. Нас приветствует карнавальный круиз. Я все деньги подобрал. А, вот же он стоит, вот он, прямо здесь, смотри, танцует. Кто это, что за собачка? Где? Ой, я ее тронул, она. Тронул собачку чужую. И он, смотри, она кричит. Как ты посмел трогать собачку? Давай мокрый Вилли. Ну-ка, тронь. У тебя она лает, нет? А, да, лает. Я тоже могу трогать собачку. Да, ты тоже можешь трогать собачку. О, нет! Вот это горка! Улетел? Да, я прям в бассейн упал. Я тоже. О, денежки. Мне кажется, я себе голову пробил немножко. Да, наверное, вообще, офигеть, так еще упал, прикольно. Кстати, у тебя, получается, деньги тоже там были, и они у всех по-разному спавнятся. То есть для каждого отдельные деньги, да? Ну-ка, а сейчас если они есть? Ты выпадешь из круиза? О, не знаю. Ой, я еще деньги подобрал тут. Не все подобрал тогда. Эй, я утонул. А, нет, все нормально. Ты чуть не вылетел. Да. Ну-ка, можно спрыгнуть? А можно спрыгнуть, интересно? Проверить? Я не хочу рисковать. Я тоже. Я тоже не хочу. Вообще страшно. Все, ой. Так, нам надо что-то... найти и отдать этому чуваку. Вот, все, нашли. Вилку. Или нет? Сторисели, нет, сторисели. Нам в буфет надо, подожди. Ну, вот. О, все, нашли, да. Нормально. Я только на голову спустился, и все началось. А, снова здесь. О, она кряхтит. Да, она крякает, ничего себе. А когда страшно начнется, интерес, что сейчас будет вообще? А что, представляю. Страшно, что ли? Ты не говорил, что здесь будет страшно? Ну, обычно кемпинги, стори всякие, что-то происходит. Пока все нормально, как обычненько, а потом что-то произойдет. А я думал, мы просто на отдых поехали. Пейпер нам надо. Туалетная бумага нам надо. Где туалетная бумага? А где вон они несут взять? Туалетной бумаги. А, несут, да? Во, все, молодцы. Да, смотри, сколько рулонов сразу несут. А что, у этого капитана кончилось, что ли, у Джека? Ну, оп, все, снова появились. Сейчас надо будет ему принести, наверное, какую-нибудь водичку. О, кстати, смотри, заметь, закат уже. О, golden ticket, короче, какой-то нужен золотой билет. А где его взять? А, подожди, ниже смотри, тут аркада еще есть, играть можно. Вот же golden ticket, алло, чего вы не заметили? Где? Я взял его, он у меня в руках. Молодец. Я понял, откуда берутся просто обычные тикеты. Я вот эти автоматы ломаю. Я ломаю эти автоматы, и с них падают тикеты. О, все. Додбол. Додбол, чего? Мы с той собакой футбол будем играть. Чуть он прыгает. Ого. Ой! О, я синий. Все, будем сражаться. А почему нас меньше? Вас 5, а нас 4. Блин. О! Оу! Меня выбили? Наверное, не знаю. О, кого-то еще что выбили. Что произошло? Я не знаю, мячики как-то лагают, непонятно. На, ты не можешь обратно зайти? Я не понял. Не могу. Все, мы победили, похоже. Да. Ну что, в меня даже мячик никакой не прилетел. Я просто такой стою и улетел. А мы все выжили, ничего себе. О, нам еще дали баксы за это. Я только не успел заметить сколько. Чувак выпрыгнул за борт. Он просто стоял и прыгнул. А я боюсь туда прыгать. Давай иди сюда. О, чувак выпрыгнул, видел? А, сумасшедший. И этот тоже выпрыгнул. Мы вдвоем остались. Нет, не вдвоем. А да, они просто погибли. Это баг, походу, смотри. Реально баг.
Уху, Blue Team win. И все. Может быть, нам всем надо прыгнуть? Вон еще девочка бежит. Раз, два, три. Я лысый стал. У меня волосы остались там. You dead. Red Team. Все, все, ребята, мы снова здесь. И давай, надеюсь, что сейчас не будет ничего лагать. Прям в них кидай. Прям в них. Я кидаю прям в них. О, все, минус один. Одного выбил. Одного, второго выбили. Все, третьего выбили. Минус три. Минус три. Все. Додж. Все. О, что началось. Да, тогда все-таки был баг. Да. О, ночь. Вот и ночь наступила. Смотри, у меня и пицца, и... Вкусно. У меня, смотри, и какой-то сэндвич и пицца в руках. Ничего себе, ты любишь покушать. Оба, все, и сразу все съел. А как еще покушать? Во, это моя комната, иди сюда, во-во-во. А где? Просто а ляг, я... просто ляг, просто ляг. В смысле? О, во, все, все, да. Это наш дверь город. Закрыть? Это зайдет какой-нибудь барабаш. Да, да, я наверху хочу, я наверху буду. Вот все. Ничего себе. Я здесь один буду лежать. Нормально мне. Нормально, да. Смотри там сверху, не плюнь на меня. Не-не-не, ты же все-таки далеко. Я не достану. А, ты так далеко не можешь плевать. Да, не, никак не получится вообще. Слишком далеко. Ну, если бы прям подо мной был бы, можно было бы, да. А да, ты обсикался бы ночью на меня. Все, хорошей ночи желает он. И все. Сейчас будет утро, ничего плохого не случится. Нет, ночь. Чем мы ночью проснулись? Дурачки, что ли, совсем? О, смотри, кто это в окно? Где? Вон. Я никого не вижу. Вон же корабль, а, смотри. А, вон, корабль. Корабль-призрак, походу. Там кричит, да, это корабль-призрак. Я закрыл окошки. Уходим. Они уходить все двери открывают. Надо, что ли? Не знаю. О! О, нас штурмуют. Давай-ка не будем выходить, может быть, не? Джек, походу, уже знает. Как хорошо, ребята, нас атакуют. Открой ты уже вот эту дверь, что ты рядом с ней стоишь? Карта нужна, как бы, знаешь. А, кей-карта. А, в бедруме она, окей. Вот, чувак несет, да, чувак несет. Все, дверь открыли. О! Ничего себе. Кого-то убили током? Нет, не убили. Никого не убили? Нет. Ой, денежки. А, я чуть не умер. Лазеры, лазеры. Да, чувак умер, не подставляйся под лазеры. Все, все, они больше не включатся вроде. Пошли обратно. Ага. Мы выключили их. Да. О, я смотри, наполнил раковину водичкой. Все, ложимся. А, все. Я успел. Все легли, нормально, прям за последнюю секунду лег. Ага. Да? О, утро. О, утро, все, дальше чилить, дальше игры, да. Тусуемся, радуемся. Дверь не открывается. Эй, дверь мне запили. Не открывается? Дверь не открывается. Ой, смотри, там девочка вон стоит, она разговаривает. Ой, что? О, что это такое? Я не знаю. Ой, я платье какое-то выбрал, черт, случайно. У меня во весь экран. Я тоже возьму платье. Мы будем в платьишках. Я не смог выбрать другое, потому что я во весь экран сделал, у меня мышка в центре была, я тыкнул, у меня выбралось это платье. Я специально себе такое платье выбрал. Пошли в аркаду. Подглядывать можно за другими. Да, 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 пошли в аркаду, вот сюда, в аркаду. Давай, 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 я вот билетики достаю. Что это такое? Музыку слышишь? Снова здесь он, этот корабль. Кто? Корабль. Да пошел, я еще не собрал билетики. Темно. О, вот, биту есть. Можно взять. Вон, летучий голландец, я смотри. биту взял, смотри, биту покупай за 10 билетов. Вот он. Я сейчас иду. Офигеть, покупай это биту. Он. Все, я взял биту за 10 хорош, билетов. Все. Давай, бьем голландца. А ну иди сюда, Джузов. Призрак. Ничего себе, сколько призраков. Че вас так много-то, ребят? Не знаю. А че они все на меня-то? Они все на меня. Я сражаюсь. Давай, а что другие не сражаются? Мы с тобой вдвоем с ними сражаемся. Самое привлекательное платьишко. У меня самое привлекательное. На, по голове. На, по головешке. Вот, я тебя случайно ударил, извиняй. Не надо, пожалуйста. Все, он, наверное, в шоке, летучий голландец, что мы так с ним справились. Да, конечно, смотри-ка, какие тут ребята. О, еще тут сзади подошел, меня укусил. Давай, ломаем, ребят, давай, уронили его, ломаем. Вот все, так. Нормально. Да, это же ты же летучий голландец, Бейте его, ребят, Бьем его, бьем. Бьем вот я так. Я бутерброд скушал случайно. Ай, смотри, ты его не бьешь. Ну, голландец, ну на, получай, голландец. Получай, голландец. Ты смотри, какие у меня руки базуки. Кто меня бьет? Ты что, меня ударил? Кто меня бьет? Это не я. Меня тоже кто-то ударил. Ой, что такое? Ой. А, блин, я его ударил и сам себя ударил. Подожди, у нас в руках. Не ешь эту еду. Он нам еду я дал, смотри. Он еду нам дал, у тебя в руках тоже, смотри, вместе с битой. Не бей. И, меня плющит. А тебя нет? Блин, да. Все, я умер.
смысле, умер? Нет, наверное. Ну, что, если меня отравили, значит, я погиб. Нет, нет. Нет, мы появились в клетке. Нет. Я в туалет, не смотрите, дама в туалете сидит. Дама в туалете сидит. Так, ну давайте. По очереди все, смотри, теперь этот чувак решил в туалете посидеть. А, я тоже. Не, не получится у тебя. Ты прям на него хочешь встать, что ли? Да. Теперь моя очередь. Так, как дотянуться до ключа? Я не могу, ты понимаешь? Я понимаю, но пока... надо к Джеку как-то залезть вот сюда. Давай залезем Джек. К Джеку. Ну, Стик, нам, говорит, палка нужна. Палкой открыть дверь. Ну-ка, выбить может. Ну. Ничего себе палка, смотри, какая. Где палка? Ну, что с палкой, смотрю, видишь у меня в руках палку? Open door. Я взял синий ключ какой-то. А где страшная комната? Жизнь из денег, йоу, я клад нашел. Ой, страшная комната, да, я вижу. Вот это подожди, он. Я заблудался, что? Это он. Сейчас я дотянусь до него палкой. Получай. Давай, получай. На тебе. Смотри, девочка упала, горизонт держит. Пресс качает. Ну, а пресс... все нормально. А сейчас вы все умрете. А ну сейчас да. Вы поиграете в мою. Затопить нас удумал, да? Затопить, походу, да, нас решил. Четыре этих надо нам вентиля открутить. А где их открутить? Пошли вот, искать. Погнали. Ой, там зомби. Или так. Кто это? Призраки. Один. Ой, да, тут этот. На, получай, призрак. Вот, вижу. Вижу один вроде. Вентиль. Так. Да. Сколько вот, все, активировал. Все, все, и три. Все активировали. Все активировали, да, все, и теперь 4, вы да, выходите. 4, побежали. На выход. Ой, подожди, а здесь выход? топится. А где убегайте выход? Отсюда, здесь топится с другой стороны. Иди сюда. А, вот все, вижу. Ой, я затопился, так, походу. Затопился, но я тоже. Не, все нормально. Куда? Там, ага. Там затопляется все. Да, корабль тонет. О, камеры, смотри, мы можем подглядывать, что он делает. Что сейчас делает-то? Ред Кей нам нужен, Ред Кей. Все. Поговорить с капитаном теперь надо. А где капитан? Вот здесь же он может, был. В капитанской бухте. Лив капитан and take Кей или take neck. Давай, блин, ну два голоса. Ладно, давай последний. А, 2-2. Я сделал лив капитан and take Кей. Take neck... Короче, я второй сделаю. Наверное. Ну зачем? Я за первый голосовал. А, я не могу поменять свое решение. Все, ладно, окей. Капитан, мы отдаем вам золотое ожерелье. И вы нам отдаете ключ. А ты вообще неплохо в платьишке выглядишь. Вообще, да, нормально. Может такой скинчик сделать? Ой, что? О, зомбаки снова где-то появились. Призраки. Наверху, кажется. Да, походу наверху. Вперед! Наверху, надо давай. Помогать нашим братюням. Где? Нет, не наверху. Где? Внизу не где-то. Туда. Они, похоже, бьют капитана. Fight the капитан. Смотри, они с капитаном дерутся. Все, мы уже подрались. Мы уже, да, что-то мы побегали, все, и все уже кончилось. О! Ожерелье! Он хочет скинуть ожерелье. Похоже, это ожерелье сейчас. Он хочет биться. Перекусил нормальный. А может быть это ожерелье, типа проклятие какое-нибудь снимет с этого капитана? Да, может быть. А то мы там все пропустили. Ну-ка. Давай, скидывай уже. Че ты не скидываешь? Он типа выбирает, скинуть или нет. Я сейчас ему по башке дам. Ну-ка, скидывай. Кто-то упал. Что ты делаешь, сумасшедший? Все, он скинул. Да, все, скинул. О, мое сокровище вернулось. Вау, ничего себе, что это за взрыв. Вот взрыв энергии. Все, мы вернули. Да, это походу... Это хорошая концовка, походу. Да, ну-ка. Сейчас он к нам вернется. Ой, смотри, чуваку отполез. Я тоже хочу полезть туда. Ничего себе, ниндзяга. Я рисковать не буду, хоть я тоже ниндзяга. Видишь, вот... Я говорю, Джек, как тебе мое платье, Джек? Ты парень его лицом в шоке от моего платья. Ой, что такое? На! Все, это конец? На! Мы выполнили. Мы приплыли. Никуда, да? Это good ending, да? Мы вернули это ожерелье, и все. Прошли эту игру? Да. В принципе, неплохо, только вот в самом начале, конечно, баг все испортил. Ребят, всем большое спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч, пока-пока!